В Западно-Казахстанском медицинском колледже с этого года можно будет получить высшее образование. Сейчас здесь открылся факультет сестринского дела. По его окончании специалисты получат дипломы бакалавров. Медицинские сестры, благодаря реформам в системе здравоохранения, смогут выполнять львиную долю функций лечащих врачей. Как отметили в областном управлении здравоохранения, наш город наряду с шестью другими в республике запустил пилотный проект по подготовке медицинских сестер. Они будут обучаться 3,5 года. Набрана группа из 25 человек. 24 девушки и только один парень, который станет медбратом. Первые лекции начались по новому курсу. Подготовка бакалавриатов по сестринскому делу с высшим медицинским образованием. Сейчас подготовке медицинских сестер будут уделять повышенное внимание. Реформы здравоохранения повысят статус средних медицинских работников. Медицинская сестра возьмет почти 80% функций лечения больного. Это раз. Второе, значит, медицинская сестра, скажем, в условиях, амбулаторных условиях, будет принимать самостоятельно больных. Вот, выписывать рецепты, проводить профилактическую работу. Вот, в стационарах весь лечебный процесс как раз будет ложиться на специалистов сестринского дела. Сейчас студенты осваивают азы профессии. Белые халаты они получат после того, как дадут клятву Гиппократа. Я закончила 11 класс, выбрала профильный предмет биологии и решила поступить в медицинский. Это лично мое желание получить образование профессионально, помогать людям. Как отметили в колледже, практически 100% выпускников трудоустраиваются в медицинских организациях. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.